Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Талгар, я концертмейстер группы «Виолончели» оркестра «Астана Балет». И сегодня у нас через ровно 2 часа будет концерт симфонический. Давайте я вам покажу. Следуйте за мной. Друзья, хочу вам показать мой любимый переулок, который находится по дороге к нашему театру. Всегда хочется тут пофоткаться, постоять. Вообще, я хотел бы рассказать про погоду сегодня. Это очень классная погода, ни холодно, ни жарко. Очень приятно находиться именно в мае в Алма-Ате, потому что это самый-самый сок. Ну, идем дальше. Вот мы и подходим к нашему новому театру, который называется Алматы-театр. Здесь очень-очень красивый вид. С этой стороны Нурлатау, с другой стороны горы алматинские величественные. Давайте заходить внутрь, посмотрим, кто там занимается, кто там переодевается, разыгрывается. Нет, смотреть, кто там переодевается, мы не будем. Это помощница концертмейстера оркестра нашего, это Талшын Кишилбаева, да? Да. Какие у тебя вообще переживания, мысли о нашем концерте, о сегодняшнем? Есть небольшое волнение, но я думаю, это только придаст больше вдохновения нам всем, потому что перед алматинской публикой волнительно все-таки выступать. Согласен. Тем более мы все, многие отсюда. Желаю всем удачи. Рахмет. Надеюсь, все всем нам. Отлично, да. Рахмет. Удачи. О, Диас тут. Так, готов ли ты к сегодняшнему концерту? Да, на какие у тебя, мысли, переживания, волнения? Волнение там есть, конечно. Да? Перед публикой, да. Впервые вот такие гастроли вот в Алмате. Впервые в Алмате выступаешь? С симфоническим оркестром именно Астана Балет. Классно, классно. Да. Саран, удачи. Спасибо. Удачи тебе. Давай. Как мы слышим, это уже звонок прозвенел. Это означает, что зрители через несколько, даже может быть секунд уже будут заходить в зал. Нам, музыкантам, уже пора освобождать сцену. И я пошел. Удачи нам всем, удачи нашему оркестру. Желаю, чтобы все зрители получили удовольствие с нашего концерта.
Это Айжан, концертмейстер вторых скрипок. Какие у тебя впечатления? Может, расскажешь? На самом деле вы меня поймали в самый эмоциональный момент, потому что это моя родина, это мой дом, это Алма-Ата. И это большое-большое счастье выступать на этой сцене. И меня эмоции сейчас переполняют. Я очень люблю наш коллектив, я очень люблю Астана-балет. И когда это соединилось с моим любимым родным городом, наверное, это самое волшебное чувство, которое я когда-либо испытывала. Ой, Рахмет, Рахмет, я вас поздравляю всех. На этом наши гастроли в Алма-Ате оркестра Астана-балет подошли к концу. Ждем вас 1 июня в Астане на концерте Magic Moments. Приходите, до встречи.